сделал на земле высокая-превысокая башня, а вокруг нее плавали черные-причерные тучи. Такие черные, что даже солнце не пробивалось сквозь них. И жил в этой башне один человек. Он никогда не выходил из башни, потому что у него было много работы. А питался он одними яблоками и огрызки кидал вниз. Вот только не надо рассказывать мне сказки, Паша. Я считаю, что этот слоган слишком хорош для их вонючей минералки. Народу нужно что-то попроще. Завтрак готов. А я не готов пойти на их условия. Или ты считаешь, что я с приветом? Пап, привет. Привет. Как успехи в школе? Мы... Если мы пойдем на их условия, у нас в кармане будет не куш, а кукиш, Паша. Мы уравнение проходим. Уравнение? В первом классе? Глеб, он уже во втором. Давай попробуй предложить им что-то такое. Купая нашу воду, улучшаете породу, отгоняете невзгоды, укрепляете народы. Чушь. Хорошо, ладно, давай, потом перезвоню. Покупая нашу воду, сохраняете природу. Маш! Да? А что ты думаешь про Лондон? А почему ты спрашиваешь? Может, там образование лучше? Ладно, все, я побежал. Буду поздно, меня не ждите, у меня совещание. Пока, пап. Пока. Ты же не позавтракал. Позавтракал. Не говори, а ешь нормально. Бывает, не расстраивайся. Я посмотрю. Так, все. Беги, одевайся, в школу пора. Покупая нашу воду, сохраняете природу. Покупая нашу воду, сохраняете природу. Девушка, нашла хороший вариант для Степы. Полный пенсион, 40% скинем на первый год. Цену могут принять прямо сейчас, прямо в центре Лондона. Лови ссылку. Да, Кристи, интересный вариант. Соскучилась. У нас сегодня все в стиле. Зеленая 7, квартира 25. Одену что-нибудь сексуальное. Уже скучаю. Целую. Адрес правильный. Встречаемся в 5. Если буду опаздывать, возьмешь ключи у вахтера. Я предупрежу, что ко мне придет красивая девушка. Целую, целую. Сохраняйте природу. Беги. Пока, мамочка. Растет, Степан Глебович. На яблоко. Куда теперь, шеф? Зеленая 7. Маш. Маш, может, не надо тебе туда?
Паша, я же говорил, что это плохо. Ну, а что мне сделать, Глеб Андреевич? Тебе ничего, потому что я уже все сделал. Вот послушай, покупая нашу воду, сохраняете природу, а? По-моему, гениально. Покупая нашу воду, сохраняете природу. Привет. Да, хорошо звучит. Это, кстати, в тренде сейчас, Глеб Андреевич. Экология, здоровое питание, спорт. И крепкая семья ваша. Да. Гав! Уймешься сегодня, да? Я с ножом. Ой, боюсь. Ну, как дела? Как говорится, коллеги, процесс идет? Вижу, что идет. О, какая красота. Я про вас, конечно же. А что это такое, а? Заценим. О, какой дивный парфюм. Какой запах. С ума сойти. Георгий Максимович, да. Это средство для интимной гигиены. Убью. Ну-ка сюда. А почему не снимаем, а? Художники из декорации застряли. А меня это волнует. Посмотри на часики. Сколько времени? 3:30? Да? Вы должны к этому времени закончить. А вы только что начинаете. Где Глеб? Уехал на переговоры. Объяснителю на стол.
все-таки, куда мы едем, мам? Я тебе по дороге расскажу, сынок, хорошо? А папа? Как зовут, фамилия, имя, отчество? Кого? Папу Римского. Хамить мне не надо. Если можно, давайте-ка побыстрее. Давайте побыстрее. Давайте. 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 Фамилия, имя, отчество. Давыдов Глеб Андреевич. Давыдов Глеб Андреевич. Андреевич. Значит, вы, Давыдов Глеб Андреевич, утверждаете, что у вас похитили сына, да? Да, именно это я утверждаю. У меня похитили сына. Увезли из моего дома в неизвестном направлении. Из вашего дома? Из моего дома! Так, из дома Давыдова. А кем похищен? Лавровой, Марией, Евгеньевной. Жена ваша? Нет! Лавровой, Марии, Евгеньевны. Угу. А кем приходится вам гражданка Лаврова? Ну, слушай, какая тебе разница, кем она мне приходится? Я тебе говорю, у меня ребенка похитили, сидишь здесь, тупые вопросы задаешь. Можете как-то ускорение придать, а? Чтоб все это побыстрее было. Кто у вас тут главный? Давай, следователя мне позови, прокурора зови. Мало? Добрый день. Здорово. Майор Таргаев, Юрий Иванович, следователь. Как зовут? Я уже этому все рассказал. Да я это уже понял. Имя похищенного ребенка? Лучик. Как? Лучик. На рассвете родился. В свидетельстве о рождении как Лучик записан? Давыдов Степан Глебович. Дата рождения? А 7 лет где-то. Вы что, не помните день рождения своего сына? Да я свой день рождения не помню. Майор, работы много. Кем гражданка Лаврова приходится похищенному ребенку? Ну, как бы мать его, но на самом деле не мать, понимаешь? Нет. Не понимаю. Суррогатная она мать, майор. Слышал про такое? Выносила, родила. Ребенка отдала, бабло получила и адьюс. По контракту у нее на него никаких прав нет. Жила со мной. Жалею, что раньше не выгнала. С этого места поподробнее. Долгая история. Вы ребенка найти хотите? По-твоему, зачем я здесь? Вот я и говорю, поподробнее. К тому же вам торопиться не надо. Хорошо. Слушай. Началось это 8 лет назад. Алло, привет. Здорово. Тут такое дело. Тох, я очень-преочень занят. Давай вечерком приезжай.
Посмотришь, какой я себе дом отгрохал. Заодно расскажешь про свое дело. Угу. Глеб, твоя мама умерла. Кто такой Тоха? Антон Лопухин, отчество не помню. Друг детства, на одной площадке жили. Чем занимается? Господин следователь, вы постарайтесь меня не перебивать. Я и так все расскажу. Да мне все не нужно. Мне суть нужна. Как умерла ваша мама? Она выходила из дома. Ну, поздоровались. И вдруг она упала. Ну и все. Я вчера с ней только разговаривал. Врачи со скорой сказали тромб. Даже в больнице не лежала ни разу. Ну, оно так и бывает. А может, и к лучшему. Зато не мучилась. Да. Не надо соболезнований, давай ближе к делу. Да. Да. Японцу передай, пусть оставит свое мнение при себе. Ну, потому что у нас ментальность другая. Все, сейчас подъеду. Извини, работать пора. Мне тоже. Давай, держись. Угу. Тоха в рекламе. О, ненавижу рекламу. Я тоже, что делать? Заказчиков тьма, а денег отказываются только дураки и романтики. Записать-то как? Креативный директор рекламного холдинга. Мама очень внуков хотела. Деток тебе нужно, но поверь мне, это же счастье. Ты пообещай мне, что к следующему дню рождения ты сделаешь мне такой подарок. Обещаю. Обещаю, да это мой дорогой. Ну, молодец, спасибо. Это что, допрос? У меня ребенка похитили. Расстегните наручники, пожалуйста. Обещаю, больше не буду драться. Извините, нервы. А родственники у вас какие-нибудь есть? Братья, сестры, бабушки, дедушки? Может, гражданка Лаврова к ним уехала?
Знаешь, Тох, что я подумал? Один ведь я из родни остался. Что, совсем никого? Никого. Мать одна в семье была, отец покойный. Вроде тоже. Ну, есть способ это исправить. Жениться? Не. Ну, я вообще-то о детях. От кого? От этих. Да им все равно с кем спать. Лишь бы карточка безлимитная. Ну, зря ты так. А чё зря? На, вон, смотри. На. Оля. Нет, психованная. Катя. Мутная. Натали балерина, тупая, как пробка. Аня вообще на коксе плотно сидит. Так ты не в клубах еще. Ну, вот еще одна. Кристи. Да хоть волнуется, не напился ли я. А как она вообще? Ну, ничего, симпатичная. Умная вроде. Влюблена в меня, переводчица работает. Ну, так может, эта Кристи тебе и родит? Подумай. О чем думаешь? Кристина, давай ребенка заведем. Заводит кошек или собак, а детей рожают в муках. Я не готова еще. Я тебе денег дам, ты мне сына родишь. Что ты несешь, а? Какие дети? У меня контракт с англичанами. Ну и катись тогда к своим англичанам, к чертовой матери. Ну ты псих. С этой дурой наиграешься и бросишь ее через месяц. А ребенок? Дверь закрой. Я понимаю, нужна суррогатная мать. Абсолютно правильно понимаете. Вы для себя выбираете? Скажите, вам что, зарплату платят за количество вопросов? Ну, просто вы молодой мужчина, симпатичный, деньги, как я понимаю, есть. Вот, говорите, противопоказаний медицинских нет. Для себя. Женщина будет жить у меня в доме, в отдельной комнате. Единственное условие – выносила, родила. Больше меня не беспокоит. Ну, все это мы, конечно, пропишем в контракте, но... Что оно? Одинокий мужчина в нашем бизнесе – это риск. Сталкиваются с первыми трудностями. Пеленки, распашонки, бессонные ночи. И бросают ребенка. Агентства неохотно берутся за такие дела. Это отказ? Выбирайте. База женщин, готовых стать суррогатной матерью, и их фото. Фото? Вы считаете, что мать своего будущего ребенка можно выбрать просто так, по фотографии? Суррогатная, она же не мать. Так, инкубатор. Выносила, родила, отдала. Продала. Ну, какая разница? Спрос определяет предложение. Нормальный бизнес. Фотография сына есть у вас? В телефоне.
телефон новый. Нет фотографии. Так, а значит, Лаврова была в базе данных? Нет. Это мне не подходит. Вы всех посмотрели. Простите, я не понимаю, какой типаж вам нужен. Другой. А вот это что за девушка? Это? Да как обычно, приезжая. Решила на квартиру заработать. Вчера у нас была. В общем, хорошая девочка, но не рожавшая. А агентство с таким не сотрудничает. Нам не подходит. Лаврова Мария Евгеньевна. А мне подходит. Ну, если вы, конечно, так настаиваете. Я настаиваю. То я могу познакомить, но это будет дороже. Организуйте мне встречу. Глеб, простите, а зачем такой сложный путь? Вам что, трудно жену найти? Мне нужна жена, мне нужен наследник. Кофе, как обычно. Воды и таблетку от головы. Что? Я говорю, в аптеку сгоняй быстро. Не поняла. Новенькая, что ли? Ко мне девушка придет. Проводи, я у окна буду. Вы Глеб? Маша? Извини, не узнал, думал. Официантка очередная. Вы со всеми так высокомерны. Нет, просто здесь обедаю часто, привыкли. Ну что, родишь мне ребенка? Странно звучит, правда? Нормально звучит. Сделаешь все четко, родишь сына, получишь деньги, купишь квартиру. Да не нужна мне квартира. Набрала я, чтобы вопросов лишних не задавали. Зачем? Деньги нужны. Почему такая большая сумма? Дело в том, что... Да. Ага. У меня отец фермер. Так. Взял большую сумму денег под проценты, чтобы технику купить, трактор, комбайн. А потом ночью наш ангар кто-то поджег. Хорошо. И вся техника сгорела, а деньги вернуть надо. Хорошо. Ну, давай созвонимся. Ну, отлично. Родишь мне ребенка, я дам тебе денег, поможешь отцу. Договорились? Нет. Почему? Глаза у вас равнодушные. Подожди, подожди, девочка. Тебе в глаза смотреть или деньги зарабатывать? Это ребенок, это не бизнес-проект. Я отвечу? Да, пожалуйста. Да, Паш. Я перезвоню. Ищем, ищем. Как фамилия адвоката? Барский? Не, не слышал. Пускай он меня наберет, хорошо? Давай, пока. Извините. Ничего страшного. Продолжим. Вы сказали, что Лаврова ушла, отказав вам. Да? Поискали бы другую женщину и пошли бы в другое агентство. Нет. Почему? Она на мать мою похожа. Гордая. А подожди ты. Гордая, да? Деньги нужны, а кочевряжешься. Стой. Может, я просто боюсь. Чего?
Это мой первый ребенок. Может, единственный. А вдруг я его рожу, на руки возьму, а отдать не смогу. Мы тебе кесарево сделаем, от наркоза очнешься. Ребенка уже нет. Это не по-людски. А где ты по-людски встречала? Зачем вам это нужно, Глеб? Только что? Честно. Честно? Хочу с сыном футбол сыграть. А если девчонка? Девчонка? В детдом знам, к чертовой матери. Да я шучу, шучу. У вас есть хоть что-нибудь хорошее? Хорошее? Есть. Я сплю хорошо. Прощайте. Маша, подождите. Я понимаю, как я для вас выгляжу. Пижон, циник. Но это лишь только маска. И так хотят меня видеть другие люди. А когда я снимаю эту маску, то мне плюют. Прямо в душу. Так понятней? Прощайте. Глеб! Ищай, Диара слушает. Давайте попробуем. А вы настойчивый. Ну, на, привыкла намеченные дела и цели доводить до конца. Но ведь ребенок, это же ответственность. Не страшно было идти на такое? Страшно? Сначала было страшно. Теперь нормально. Ну, хочешь, можем прививать, пока не поздно. Нет. А что, залог потеряю, переживу. А что родителям ты скажешь? Где деньги взяла? Не знаю. Ну, скажу, вышла замуж за олигарха. Ты за олигарха. Здесь все по процедурам. График посещения врачей, список дополнительных анализов. Можем идти, Маш. Доктора нас ждут. А я? А вы свое дело сделали. Вам остается только ждать. Только имейте в виду, сразу может не прижиться. Тогда нужно будет создавать новый эмбрион. Не бойтесь, я холостыми не стреляю. Вы готовы? А с вами, Глеб Андреевич, мы созвонимся. Ну, я пошла. Подожди, Маша. Ну что, давай хоть обнимемся? Все-таки от меня идешь ребенка. Держи. Не подведи там, мать. Поздно, это Маша. Кажется, у нас получилось. Через сколько фургон будет? Да сейчас приедет уж. Слушай, походу маленький грузовик заказали. Переезд все-таки. Ну, закажем еще один. И через сколько он сюда по пробкам доедет? Слушай, ну часть в фургон погрузим, часть в багажник. Пару раз смотаемся. Пару раз. А? В этот козий край. Здрасте. Это Игорь.
мой водитель. Он тебе поможет с переездом. Сейчас еще подъедут грузчики. Зачем грузчики? Это все. Одна сумка? Да. Но я же недавно в Москве. Судя по багажу, минут 20, как с поезда, да? Прошу. На фуру от меня. Наверху спальня, матрас ортопедический, здесь что, кондей, телевизор, мебель, кстати, из Италии. Там, кстати, кухня, холодильник, микроволновка, кофемашина. Что еще? А, санузлы на каждом этаже. Тебе ж тошнить будет по утрам. Я не больная, я беременная. Да без разницы. Ключи на столе, карточка безлимитная. Если что тяжелое, список составь, угу. Водитель сгоняет. Хорошо. Ну и так, если свозить куда. А можно я здесь кое-что поменяю? Давали. Мой друг, я знаю, что такое грусть, и никогда к ней не вернусь. С высоты полета птичьего вижу много чего. Эти дома пустые, картонки, мы вниз за картоном. Город нарисован, голодная Аризона. Я поздно понял, куда надо идти, чтобы не быть заколдованным. Много чего над Москвой. Пробки дорог, серый поток жизни не смог, а я смог без него. И все же спрячусь под зонт. Я промок под дождем, это все, чего ждем. Лишь тепла и летнего солнца. Я знаю, что такое грусть, и никогда к ней не вернусь. Тенью ввысь по стенам хрущевок, обернись, нету страховок. Солнце луч покажется из-за туч. Мой друг, я знаю, что такое грусть, и никогда к ней не вернусь. Какие отношения у вас были с Лавровой во время ее беременности? Чисто деловые. А Лаврова ко всему этому как относилась? Спокойно. Она же служащий.
Отношение мое к тебе не поменялось. Просто как раньше уже не будет, Кристина. Да поступай, как знаешь. Иди к черту. Пока. Скоро все закончится. Сможешь водить, кого захочешь. Эй, ты чего? Ты чего, эй? Тихо. Тихо. Эй. Просыпайтесь. Давай не сейчас, давай завтра. Просыпайтесь, папаша. У вас сын родился. Что? Идем. Это Степа. Надо же. Так не было никого. И тут бац. Новый человек. Ну что, возьмешь на руки, отец? Не-не-не-не, я боюсь. Вы с Лавровой рассчитались за рождение ребенка? Да, сразу же. А почему решили ее оставить? Ведь согласно контракту она должна была родить, вскормить ребенка грудным молоком в течение 6 месяцев и исчезнуть из вашей жизни и жизни ребенка. Да. Утро уже, что ли? Я не знаю. Интимные отношения у вас не были? Да. Значит, вы стали с ней жить как семья? Ну, можно сказать и так. Сначала мне нравилось смотреть, как растет мой сын, как он учится ходить. Ест смешно. Ну, а потом работа. И еще и Кристи появилась спустя 7 лет. Привет. Привет. А что грудь не сделала? Лев. Ты ж собиралась. Ну, как ты? Да, все так же. Семинары, англичане, поездки. Замуж не вышла?
Как сын? Растет. Ну вот так как-то. У всех жизнь какая-то, у меня работа, дом, дом, работа. Сам себе заковал в эти оковы. Ну, так выгони ее. В конце концов, она никто, а ты отец. Да Лучик вроде как ее матерью считает. Ну, тогда отправь его куда-нибудь. Не знаю, в какую-нибудь школу-интернат в Англии, например. Там очень хорошее образование, она быстро забудет. Потом тебе спасибо скажет. Поехали ко мне. У меня тут квартирка есть недалеко. Шустрый какой. 7 лет прошло. Мог бы и потянуть для приличия. Ну тогда, может, завтра? Диктуй адрес. Улица Зеленая, дом 7. Квартира 25. Встречи происходили в дружественной, непринужденной обстановке. До сегодняшнего дня. Так и запишем. Я же говорила, она ненормальная. Вот, в принципе, и все. Скажите, а куда она могла сбежать? Как вы думаете? Пока не знаю. Будем искать. Она пытается уберечь своего сына, поэтому прячет его от вас. Это не ее, а мой сын. Да, конечно. Конечно. Глеб Андреевич, личный вопрос можно? Да, конечно. Вот мы находим вашего сына. Вы потом что намерены делать? Как я и сказал, я привык доводить начатое до конца, а пока я твердо намерен вернуть сына. Уверен? Абсолютно. Любой ценой. Так, внимательно прочитайте. Внизу напишите, с моих слов записано верно, оно прочитано, ну и дата, подпись.
В 13.00 встреча с итальянцами, в 15.30 мэрия, это по соцрекламе, в 18.00 утверждение сметы по минералке, ну и по мелочам. Как обычно, ничего нового. Адвокат подъедет? Да, в 11. Он прислал подтверждение встречи по СМС. СМС-ку бы прислала или хоть позвонила бы. Как у нее что? Ну, раз не звонит, значит, все нормально. Держи крепче, а? Да держу я. Нормально, ненормально. Замуж ей надо. Детей рожать. Надо с внуками нянчиться. Время-то летит. Ну, шпили скорее, я устала. Мам, пап! Маша? Маша! Машенька! Здравствуй, мама. Сейчас вот познакомься, это твоя бабушка Валя. А мама говорила, что у вас есть баран, а дедушка строгий. Мама. Познакомься, это твой дедушка Женя. Здравствуйте, я Лучик, ваш внук. Не понял. Мам, пап, это мой сын Степа. А еще мы очень устали из дороги и хотим есть. Так что же мы стоим? Сейчас пойдем в дом. Есть у меня и барашек, и лошадка есть, а дедушка добрый. Да, дед? Пойдем. Пойдем. Дедушка. Это долгая история, папа. На тебя похож. Отец кто? Здравствуйте. Если вы ко мне, то я сегодня не принимаю. Мне назначено на 11.00. На 11.00 мне назначен адвокат, он будет с минуты на минуту. Я и есть адвокат. Барский. Елена Леонидовна. Вы расстроены? Нет, просто мне сказали, что Барский это... А, и краткого нет на конце. Вы не первый, кто удивляется, увидев перед собой меня, а не мужчину. Я войти могу? Да-да, конечно, проходите. Спасибо. Лев Андреевич, возьмите. Не сейчас, я занят. Присаживайтесь. Делом вашим я займусь. Мне нужны будут документы. Ну что вы возитесь, Тамара? Можно побыстрее? Спасибо. Спасибо. Адреса, свидетели и деньги. Хорошо. Аванс 30%. Это вот столько. Сумма может возрастать пропорционально расходам. Договорились. Зачем вы хотите вернуть сына? Он мой. Я его отец. Второе, с чего я начинаю, это с подробностей. Вы что, договорились все, что ли?
Всем нужны подробности. Я сегодня всю ночь со следаком провел. Ему тоже нужны были подробности. Это заявление, он все запротоколировал. Только я его не подписал. Почему? А сын вас любит? Естественно. А Лаврова? Люблю ли я его? Возвращаться к нему собираешься? Ни я, ни Лучика ему не нужны. Мам, а ты папе уже звонила? Я хочу ему про баран рассказать. Нет, сынок. Папа занят, у него очень много работы. Ты всегда так говоришь. Ну, не расстраивайся. Пойдем. Я покажу тебе цыпляток, ты их покормишь. Понимаю, Степа не знает, что ты сбежала? Дальше что? Не знаю. Не знаю. Я просто очень сильно боюсь потерять сына. Сына вам вернуть не бойтесь. Тем более, я уверена, что все годы совместного проживания Лаврова руководствовалась лишь корыстными целями. Поясните. Ну, вы платили ей большие деньги, она жила с вами в одном доме, ездила с персональным водителем, ни в чем себе не отказывала, ну, чем не корысть? Она использовала вас. Вы готовы к жесткой игре? Да. Сами ничего не предпринимайте, а вот заявление на розыск отдайте в полицию и оформите как положено по закону. По закону, значит? Да. Ну, вы же все знаете. Внизу с моих слов записано верно, мной прочитано, дата, подпись. Это все? Да, конечно. Только... Что? Вы хорошо подумали? Да. Да, Паша. Глеб Андреевич, ну вы где? Итальянцы приехали. Вы что, не помните день рождения своего сына? Вы считаете, что мать своего будущего ребенка можно выбрать просто так, по фотографии? Фотография сына есть у вас? Но ведь ребенок, это же ответственность. Не страшно будет идти на такое? Пытается уберечь своего сына, поэтому прячет его от вас. Скрытый под масками солнца сын, кончилась сказка, и ты один. Тебе стало просто так много лет. Чувствуешь дерево кожей рук, вот она дверь замыкает круг. Между жизнью и не жизнью твоей на земле.
закону, значит. Вы хорошо подумали. Опоздал на 2 часа. Извините, я в полиции был. А я в курсе, мне доложили. Башмаки грязные, он весь пол уделал. Глаза бешеные, рожа разбита. Во, видок! Настоящее официальное лицо. Шрамы украшают мужчину? Ну, ты, знаешь, не отсвечивай своими украшениями. В общем так, от проведения переговоров я тебя отстранил. Этим займется Паша, Павел Сергеевич. А ты возьми отгул на один день за свой счет. Отгул, а не за гул. И завтра, чтобы был как огурчик, приведи мозги в порядок. Я ради сына на все готов. Чтобы у него образование было лучше, за границей. Педагоги были лучше. Я готов впахивать 2 раза больше, чтобы он нищеты не знал. Деньги – это миф. Ребенку деньги не нужны. Да? Это говорит мне человек, всю жизнь проживший в коммуналке, ходящий бутербродом по Москве. Ты, кстати, сам приехал поговорить. Я не напрашивался. Дурак ты. Знаешь, меня с детского сада, а так ничего и не помню. Ремонт мозгов. Восстановление памяти. Ремонт мозгов. Восстановление памяти. Прости, прости, прости. Нервы. Ремонт мозгов. Восстановление памяти. Ремонт мозгов. Ладно, восстановление все. Памяти. Проехали. Пойми, ребенку не нужны преподы. Ребенку нужны предки. Ты знаешь, как говорят наши спецы, когда берут сломанный комп в ремонт? ИСП, ИПС. Ищи самое простое, иначе получишь сложное. В 90% случаев техника летит из-за какого-то пустяка. Я не знаю, там проводок оторвался, кнопка залипла. Не найдешь простого решения, мозг сломаешь в поисках сложного. А где оно простое, Тох? Самое простое решение – это все забыть и простить. Ты сама не своя. Ребенок про отца все время спрашивает. Чего не жилось-то? Что, думаешь, всю жизнь тут прятаться? Темнишь ты, Машка, что-то. Не договариваешь. Я одного в толк не возьму. Чего ж ты столько лет про Степу молчала? Что же мы тебе, чужие, что ли? Давай, выкладывай на чистоту. Это Глеб. Thank you.
Обычно вы бабу напридумываете. Монстр вы... Тихо, тихо, ребенок спит. Я говорю, монстр из мужиков делаете. Приедет, заберет. Ты же сама сказала. Не нужно ему. У крыши на сарае крепление сломалось. Вот она и стучит. Пойду закреплю. Ружье не трогать. Сидите тут, курицы. Отец прав. Нечего тебе бояться. Не приедет он. Доченька не приедет. Не спишь? Вы с папой поругались. Из-за меня? Нет, конечно, сынок. Мам, расскажи сказку, как я у вас появился. Я тебе уже много раз рассказывала. Нам солнышко подарило свой лучик. Ну, расскажи еще. Хорошо. Стояла на земле высокая-превысокая башня. И плавали вокруг этой башни черные-причерные тучи. И были они такие черные, что даже солнце не пробивалось сквозь них. И жил в этой башне один человек. Он никогда не выходил из башни, потому что у него было очень много работы. Па-ра-ра-ра-ра.
Алло. Глеб Андреевич, доброе утро. Как вы себя чувствуете? Как огурчик. Напоминаю, что в 11 у нас встреча по стройкорпорации, а в 13.00 утверждение проекта по всем цехам. Ну, а в 17.30 Георгий Максимович вас ждет у себя. Глеб Андреевич, вы слышите? Глеб Андреевич. Да, да, я слушаю тебя, Паша. Угу. Скоро буду. Ты работал, как проклятый, Маша изменял тебя с твоим водителем. Где ты это взяла? Нашла, когда прибиралась. Вообще, Машка молодец. Умная такая. Столько лет жить в прекрасном доме. Не работать. Прикрываясь ребенком, выкачивать из себя деньги. Очень удобно. Ты все время на работе, ребенок в школе. Контроля ноль. Тут водитель симпатяга. Кстати, сколько ты ей платил? Достаточно. Тварь. Сюда. За что, Глеб? Как ты мог? За моей спиной. Я говорил ей, плохая идея. Я серьезно, она настояла, я не мог отказать. Ты уволен. Да, Паша. Глеб Андреевич, вы далеко? Все уже на месте. Уже в лифте скоро буду. Разрешите. Да. Глеб Андреевич, следователь Торгаев беспокоит. Мной получены сведения о предполагаемом местонахождении Лавровой и вашего сына. И что вы намерены делать? Этот вопрос я собирался задать вам. Если я ваше заявление о похищении ребенка передам смоленским коллегам, то Лаврову задержат. Ну и отлично. А ребенка отдадут органам опеки до выяснения всех обстоятельств. Проще говоря, в приют. Подождите, как в приют? А, алло, да, Паш. Я отъехал по срочному делу. Да вот так вот, отъехал. Давай. Пишешь протокол, несешь на второй этаж. Привет. Подождите. Какой приют к чертям собачьим? Вы в Москве работаете. Предполагаемые бабушки и дедушки никакого отношения к ребенку не имеют, впрочем, как и Лаврова. Скорее всего, их обвинят в соучастии похищения. Ну и какие предложения? Сколько нужно? Да что же вы все деньгами-то мерите, а? А что он все деньгами меряет? Передай ему, что я сегодня не приеду. Но ничего страшного, поорет и перестанет. Отменяй всех чертям собачьим.
это идет, а? Мам, а я Птузика кормил, а бабушка меня катает. Доброе утро. Доброе утро. Вот видишь, Машенька, и качели, и карусели, все пригодилось. Папочка сохранил. Чувствовал, что придется внуков качать. Доброе утро, доченька. А вы чего меня не разбудили? Вот ты же с дороги хотела, чтобы отдохнула. А когда папа приедет к нам? Ты говорил, после совещания. Я ему звонил, а он трубку не снял. О чем так долго можно совещаться? Сынок, ты когда ему звонил? Ночью я твой телефон брал. Так он же выключен. Я включил, это несложно. Как ты мог без разрешения? Я просто хотел позвонить папе. Прости, сыночка. Ладно, но без разрешения нельзя трогать чужие вещи. Слышишь? Да, Тох, привет. Живой. Сына еду забирать. Нашелся? Поздравляю. Значит, система ИСП, ищи самое простое, сработала. А с Машей помирился? Нет. Мой водитель был ее любовником. Нормально, сволочи. Что? Просто твоя система к людям неприменима. У них не кнопки, у них мозги залипают. Не торопись с выводами. Иначе получишь сложное. Нет, так сложное я уже получил. Ладно, все, давай. Тут дорога плохая начинается. Маша, ты можешь мне объяснить, что у тебя происходит? Ничего, мам. Все в порядке. Ну? А где папа? На охоту пошел, в лес. Застрял? Ага. Мне бы трактор дернуть. Пойдем, покажу, где тракторист живет. Может, ты еще знаешь, где Лавровых найти? Лавровых в поселке много. Вам каких? Ну, тех, у которых дочь Маша, или таких тоже много. Нет, такие поселки одни. Вам зачем? А тебе зачем столько знать? Скажи, как их найти, я тебе денег дам. Ты Глеб? Ну? Я отец Маш. Ты зачем приехал? Извиниться? Нет, извиняться будет Маша. Только я не прощу. У меня твердое намерение забрать сына. Степу. Степу. Послушай, твердый ты мой. Убирайся отсюда. Или я тебе помидоры отстрелю. Дочку я в обиду не дам. Внука тоже. Слышь, ты чего? Ты что, понарел, что ли, а? Это же не ваш внук. Маша ему даже не мать. У вас нет на него никаких прав. Вы для него чужие! Пойди проспись. Он называет ее мамой. Мамой? Она ему суррогатная мать. Суррогатная. Слышал про такое? Это так. Выносила, родила, деньги получила, все, исчезла. Инкубатор! Как деньги? А вот так.
Это я, дурак, пожалел ее, оставил у себя после родов. Сын ее начал матерью называть. Она знаешь, чем меня платила? На, смотри. Вот это любовник ее. Мой водитель. Нормально? Про ребенка ты тоже ничего не знаешь. Она ж вроде вас там как-то защищала, ради вас зарабатывала. Комбайны там какие-то, долги погасить, чтобы вы на улице не остались. Не было у меня никаких долгов и никаких комбайнов никогда. Не было? Ну, отлично. Значит, она и тебя обманула. И меня. Я не знаю, правда ты сейчас сказал или нет, но сейчас ты сядешь в свою долбанную машину и уедешь отсюда навсегда. А тракториста я тебе пришлю. Только сначала я сына заберу. Будешь настаивать? Посмотри. Леса тут темные. Да я же вас засужу. У людей никогда не целься. Даже палка может выстрелить. Валя! Забери стекла. Да ладно, пусть еще погуляет. Повторить? Степочка, пойдем. Иди за мной, Маша. В хлев. Дед, ты чего? Иди домой. Теперь ты рассказывай. Только правду. Что значит теперь? Глеб твой приезжал. Поведал мне кое-что. Больше не приедет. Что? Мама! Эй! Эй! Ты умер, что ли? Ты кто? Тракторист. А здесь? Ты посмотри, как он на Машу похож. Помнишь? Ты посмотри, как они похожи. А тут на тебя. Те же глаза. Что-то напутали те врачи. Наш это внук. Наш. Посмотри, как вы похожи. Отец, ну скажи, что похожи. Да похоже, похоже. Да. Мам,
Простите меня, пожалуйста. Доченька ты моя. Я, товарищ майор, первый раз с таким сталкивался. Нет, конечно, кое-что слышал краем уха, но особо не вникал. Суррогатный. Это типа... Вы вообще мать или не мать? Следите за дорогой, сержант. И желательно молча. Сколько мне дадут? За похищение человека, заведомо несовершеннолетнего, от 6 до 15. Я же попросил, сержант, молча. Верните мне моего ребенка. Верните мне моего ребенка. Слышите? Это мой ребенок. Верните мне моего ребенка. Верните моего ребенка. Выпустите меня отсюда! Слышите, это мой сын! Выпустите меня! Это мой ребенок! Верните моего ребенка! Мой ребенок! Верните мне его, пожалуйста! Остановись! Открой мне! Слушается дело о похищении подозреваемой Лавровой Марии Евгеньевной несовершеннолетнего Давыдова Степана Глебовича. Я прошу прощения за опоздание. Адвокат подсудимый Карасев. Пробки. Таким образом, в договоре о суррогатном материнстве не предусматривается совместного проживания. Мой клиент считает, что Лаврова искусственно продлевала свое проживание в его доме. Она намеренно продлевала вскармливание ребенка грудью. Не переводя ребенка на искусственную смесь, вопреки ранее заключенному договору. Моя подзащитная утверждает, что у ребенка была аллергия на смеси. У вас заключение об аллергических реакциях есть? Любая мать знает, что грудное молоко гораздо полезнее, чем всякие смеси. Не обобщайте. Заключение врачей есть? Нет. Имеются факты близких отношений Лаврова и водителя истца Игоря Петровича Панова. Что?
Это неправда. Фотография приложена к делу. Какая фотография? И имеются факты близких отношений. А Лаврова и водителей... Протестую. Лаврова не была связана брачными узами с Давыдовым, поэтому имела полное право. И это, собственно говоря, ее личное дело. А я тебе верил, Маша. Порядок в зале. Лаврова похитила ребенка и увезла в неизвестном направлении с целью шантажа моего клиента. Вот заявление на розыск из полиции. Я никого не похищала. Это мой сын. Это мой сын. А я тебе верил. Это мой сын. Я прошу прощения. Степан Давыдов считает мою подзащитную своей матерью. А я считаю, что на Марсе есть жизнь. Что из-за этого? Порядок в зале. Попытка моего клиента вернуть ребенка мирным путем чуть не стоила ему жизни. Поясните. Отец Лавровой угрожал убить Давыдова и произвел выстрел из ружья под ноги моему клиенту. Нет доказуемо. Свидетелей нет. О чем имеется запись с видео регистратора автомобиля Давыдова? О чем имеется запись? С видео. Отец Лавровый угрожал. Вы поймите, что рождение ребенка меняет для женщины весь мир. Протест. Отклоняется. После родов моей подзащитной произошла, ну как сказать, смена ценностей. Она полюбила это дитя. Но деньги-то она взяла. Правда, Маша? В суррогатном материнстве всегда участвуют трое. Кроме суррогатной матери, у Степана Давыдова есть биологическая мать. И мой клиент считает, что с ребенком должна быть именно она. Ваша честь, с Вавиловой мы знакомы давно, и еще 8 лет назад я предлагал ей родить мне сына. О чем думаешь? Кристин, давай ребенка заведем. Заводят кошек или собак, а детей рожают в муках. Я не готова еще. Я тебе денег дам, ты мне сына родишь. Что ты несешь, а? Какие дети? У меня контракт с англичанами. Ну и катись тогда к своим англичанам, к чертовой матери. Ну ты псих. Ты дура, наиграешься и бросишь ее через месяц. А ребенок? Дверь закрой. Давыдов? А если что, ребенка можно купить? Да я не хочу детдомовского, понимаешь? Я хочу, чтобы свой был. От плоти, от крови. Да я не о том. Ты про суррогатное материнство что-нибудь слышал? Ну? Угу. Ну, я вроде бы не глупая, не страшная. Генетика у меня хорошая. Даже интересно, что получится потом. В каком смысле получится? Поделюсь яйцеклеткой с тобой. Искать мне было негде, и мы договорились. Пригласите гражданку Вавилову. Свидетель Вавилова. Присядьте.
Лаврова? Лаврова, вам плохо? Вам плохо? Вам плохо? Лаврова? Давным-давно стояла на земле высокая-превысокая башня. Вокруг нее плавал черный-причерный тучи. Здрасте. Здравствуй, Степ. А вы кто? Я Кристина, я... Подруга мамы? Она и есть твоя мама. У человека не может быть две мамы. Подожди, стой, послушай. Да, да, я помню про совещание. На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 307, 308 и 309 УПК РФ, суд приговорил признать Лаврову Марию Евгеньевну виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 126, часть 2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Марья Евгеньевна, можно? На основании статьи 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком на 2 года. Что сказал доктор? Машенька, вы меня слышите? Мне все равно. Маша, ну я вас умоляю, вы не отчаивайтесь. Честное слово, я сделал все, что мог, хотя что я мог. Закон ведь на стороне Глеба, при том вы сами дали согласие. Маша, ну я уверен, когда сын вырастет, он решит, с кем быть и... Возложить
на осужденную обязанность в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденной. Ежемесячно являться на регистрацию в указанный орган. Не совершать административных правонарушений. Это... Мария Евгеньевна, у меня для вас новость. Здрасте. Вы отец или муж? Нет, я адвокат. Тогда прошу прощения, мне нужно поговорить с Марией наедине. Машенька, я... До свидания. Это тебе с собой в школу. Я люблю красное. Опоздаешь, если будешь есть так медленно? Мама мне всегда рисовала человечков на каше. Стёп, ну глупость какая, ты же взрослый уже. Стёп, ну я завтра нарисую. А ты что, и завтра тут жить будешь? И завтра, и послезавтра. И мы с тобой подружимся обязательно. Я ж сказал, что для их пельменей это слишком сложно. Надо что-то попроще. Ну, например, вот пельмени для народа. Покупайте их, уроды. Подумай, я перезвоню, хорошо? Опаздываю очень сильно. Подкинешь его до школы? Я с ней не поеду. Поедешь как миленький. У меня совещание через час. Я там должен быть, без меня никак, слышишь? Как можно не помнить адрес своей школы? На перекрестке за супермаркетом повернешь направо, а потом прямо и около рекламного щита налево. Заберешь меня после пятого урока. После пятого? Так, это у нас 9, 10, 11. 2 часа. Черт, у меня полвторого. Встреча с компьютерщиками. Тогда попроси маму. Это исключено. Да, исключено. В вашем состоянии покой, прежде всего. Сегодня еще полежите, а завтра я подготовлю документы на выписку. Доктор, простите. Как она, что с ней? Сложно с ней. Консультация психолога не помешала бы. И внимание близких родственников. Так какие родственники? Они все далеко живут. К тому же у отца инфаркт, но она, слава богу, об этом не знает. Так что вряд ли кто приедет. И куда теперь? Туда! Долго еще? А? Я же сказал налево, а ты направо поверну. Нет, ты сказал направо. Я сказал налево. Ты сказал направо, и не спорь, пожалуйста, со старшими. Что ты остановился? Обиделся? Мы пришли. Пока. Ну хорошо, я ошибся. Ты сказал налево. Я просто неправильно понял. Извини.
меня прости, пожалуйста, но твои извинения никому не нужны. Заходите. Ну быстрее, быстрее двигайтесь. Ходит так. Значит так, еще раз повторяю тебе, ты систематически опаздываешь на работу. Можешь вообще не явиться на встречу с крупным клиентом. Ходишь какой-то побитый, помятый, глаз не горит, свежих идей нет. В чем дело? Что происходит? А, может, ты устал? Есть какие-то проблемы? Так ты скажи, родной, не стесняйся. Я живо возьму на твое место другого. Проблемы были, но я их решил. Глеб Андреевич меня сегодня предупреждал, что он опоздает. Он сына в школу отвозил. Сына в школу, да? Во! А клиент должен сидеть и ждать, пока он решит свои личные проблемы. Вот если бы Паша не придумал хорошую идею, мы бы все, и я в том числе, выглядели бы идиотами. Пельмени наши вкусные, в них нет ничего искусственного. Фу ты! Ты, Глебушка, не ерничай. Не надо. Я сам знаю, что это чушь, но заказчику понравилось. А слово заказчик — это закон. Что встали, как олухи? Идите работать! Что ты лыбишься? Села за стойку, работай! Спасибо, Паш, что выручил. Думаете, я не знаю, что это чушь? Чего тебе, Паша? А сын-то в каком классе? Что проходит? Уравнение. Mm. Похож на вас? Mm. Похож. Круто. Круто, когда сын похож на отца. Покажите фотку. Паш, тебе делать, что ли, нечего, а? Тебе сказано работать. Вот и работай. Не надо мне мозги компенсировать, ясно? Что у нас по графику дальше? Через 10 минут презентация компьютерной графики для зеленого горошка, потом... Потом я знаю что. Что расселись? Работать всем! Это всех касается! И никаких личных дел на работе! Работаем, работаем, ребят! Работаем, я сказал! Привет. А где папа? Стёп, папа не может тебя забрать, его работа. Я тебя отвезу домой. Нам будет весело. Пиццу закажем, туда посмотрим. Я с тобой никуда не поеду. Не упрямься, давай. Пойдем, пойдем.
Я с тобой поеду. Да не упрямься. Давай, давай, давай. Пойдем. Стань! Я встану от меня. Мальчик убегает, дверь за ним закрывается, и тут в кадре появляется вот такой колокольчик, который начинает звонить. Да, Кристи, не могу сейчас говорить. Глеб, послушайте, подказывается ехать домой. Ну, скажи ему, что... Он меня ударил и в школу убежал, его охрана не отдает. Так что сам решай. Но я... Через полчаса обсуждение буклетов, а в 17 приедут модели. В 19:30 у меня должно было быть совещание по поводу моих новых разработок, над которыми я трудился полгода. Отец не может разорваться, понимаешь? Угу. Он старается, а ты его подводишь. Я из кожи вон лезу, чтобы у тебя была вкусная еда, уютный дом, хорошая школа. А взамен что получаю? Проблемы с начальством и твою кислую физиономию. Чего тебе не хватает? Мам, пусть она вернется. Ну, во-первых, ей запрещено. Во-вторых, твоя мама вот. А Маша, она твоя не настоящая мама. Это Кристина не настоящая, а моя настоящая. Поел? Спать! Наверх! Слышишь меня? Спать срочно! Быстро! Ты просто издеваешься над ребенком. Закон ведь на стороне Глеба, притом мы сами дали согласие. Я уверен, когда сынишка вырастет, он сам решит, с кем быть. Твоя мама бот, а Маша, она твоя ненастоящая мама. Это Кристина не настоящая, а моя настоящая. Так, сколько у тебя сегодня уроков? 5? Это значит, ты закончишь у нас в 2. В 2 у меня... Ладно, сам тебя заберу, а это подождет. Только после школы ко мне на работу заедем. Уроки поделаешь, пока я работать буду. Ты ведь не был у меня на работе?
Ладно. Будем считать, что молчание – это знак согласия. Согласие на отказ от дальнейшей госпитализации. Будет хуже – приходите. Постараемся помочь. А куда уж еще хуже-то? Ну, не преувеличивайте. И постарайтесь не нервничать. Отвлекитесь, посвятите себя семье, сыну. Сколько ему лет? 7, он во втором классе. Прикиньте, Георгий Максимович, такие маленькие уже уравнения проходят. Угу. Вы бы лучше оба прикинули, кто будет снимать про гипермаркет, про шампунь от перхоти. Бондарчук как раз сегодня приедет со своими идеями. Да ладно! Тот самый Бондарчук, тогда это во! А слушай, а по бюджету мы потянем? Да это другой Бондарчук, однофамилец. Филиппом зовут. То есть Ф. Бондарчук, да? Это же удачное совпадение. Да, только клиентам об этом знать не обязательно. Слышь, умник, ты смотри, не заиграйся, а то мы все тут работу потеряем. Заболел, у меня температура, так много дел и одинокое утро. Вилами по воде рисовал все напрасно. Я заболел, подарите мне праздник. Тенью ввысь по стенам хрущевок, обернись, нету страховок. Солнце луч покажется из-за туч. Мой друг, я знаю, что такое грусть, и никогда к ней не вернусь. Тенью ввысь по стенам хрущевок, обернись, нету страховок. Солнце луч покажется из-за туч. Мой друг, я знаю, что такое грусть, и никогда к ней не вернусь. С высоты полета птичьего вижу много чего. Эти дома пустые, картонки, мы вниз за кордоном. Город нарисован, голодная Аризона. Я поздно понял, куда надо идти, чтобы не быть заколдованным. Много чего над Москвой. Пробки дорог, серый поток жизни не смог, а я смог без него. И все же спрячусь под зонт, я промок под дождем. Это все, чего ждем, лишь тепла и летнего солнца. И летнего солнца. Она спящая красавица. Вот это принц на коне. Он берет ее на руки, она открывает глаза. И тут она замечает, что у него в волосах перхоть. Угу. Принц в растерянности. Но у принцессы есть шампунь. А где она его взяла? В гробике. Где? В хрустальном гробике, там, где она спала. Филипп, вы слышите, что вы говорите? Она достает шампунь из гробика. Хрустального? Это сказка. А голову принцу не отрубаете, чтобы шампунем помыть? Да нет. Зря. Ой! Ой, простите. Черт! Так, я поехал. А вы поищите с режиссером новый образ. А какой? Без гробиков. Вернусь, проверим. А, Глеб Андреевич, у нас 3 часа. Я помню, успею. И подыщите нам на роль принца какого-нибудь брутального самца. Ну, слава богу. Очнулась. Обморок.
Приступ кратковременной утраты сознания, обусловленный временным нарушением мозгового кровотока. На латыни синкопа. Как вы себя чувствуете? Я думала, что вы умерли. Вот, воды из камбуза принес. Где я? Я на вас с лестницы свалился. Потом мы вас к нам занесли. В ресторан. Просто мы еще не открылись. Поэтому хаос. Хаос. Категория космогония – первичное состояние Вселенной, бесформенная совокупность пространства и материи. По-русски – беспорядок. Вот выпейте воды, вам врача вызвать? Спасибо. Нет, не надо врача. Вы работу ищете? Угу. А как вы узнали? Я что, бредила? Там у вас записная книжка выпала. Я полистал, ну, хотел ваше имя узнать. Маша. Маша. Дэн. Это Кук. Соня. И Цезарь. Не салат. Спасибо, что не оставили на улице валяться. Ну что вы. Такие симпатичные девушки не должны валяться на улице. Вы есть хотите? Отлично. Мы как раз собирались. Кук у нас. Кок, бывший моряк. Готовит как бог. Сегодня в меню суп а-ля борщ и гречка с грибами. Годится. Неси. Сонь, с тебя тарелки, приборы. Цезарь, у тебя самое ответственное задание. Давай, сдвигай столы. Представляй стулья. Давайте я возьму. Привет. Давно ждешь? Подожди. Если ты думаешь, что я тебя забыл, то это не так. Просто у папы было много работы и заработался. Ну и потом, если ты понимаешь, что меня долго нет, можно ведь и позвонить. У меня нет телефона. Ты забрал. Как в школе дела? Нормально. Уроков много задали? Я писать хочу. Очень. Ну что, все? Давай. Пойдем. Чем руки помыть? Руки? Иди сюда. Так, сейчас. Все? Я есть хочу.
Налево. Отсюда. Все, пришли. Ставь на стол. Все, давай. А в финале я придумала, что все должно звучать хором и непременно в стихах. Вот послушайте. Принимая кашле бронь, создаешь здоровью бронь. Как вам? Разрешите? Да, 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 да. По-моему, гениально. Спасибо. Особенно про бронь. А как вам, Глеб Андреевич? Да, действительно, все очень здорово и вкусно. Спасибо. На здоровье. Спасибо, Кока. Ну так что вы с работой? Определились? Нет. Бывшая домохозяйка никому не нужна. Значит, убрать со стола посуду и вымыть его в состоянии? Конечно. А вот снять это сможет? Вы знаете, нам нужен известный режиссер. Мы очень серьезная компания. Ну, тогда Бондарчук. Мы давно сотрудничаем успешно. Угу. Правда, вот он дорого берет. Ну, знаете, за деньгами вопрос не встанет, когда дело касается имиджа. Так, хорошо, теперь. Теперь жилье. Есть? Пока нет. Понятно. Тогда можете остаться у меня. Ради такой симпатичной посудомойки. Извините. Я, пожалуй, пойду. Да нет, подождите, я, наверное, выразился неправильно. Я имел в виду, здесь, в ресторане, есть помещение. Собирался себе там кабинет устроить, но... В общем, давайте я покажу. Как-то так. Понимаю, конечно, не очень удобно, но порядок мы организуем. А вы не боитесь приводить к себе незнакомых людей? Ну, во-первых, мы знакомы. Во-вторых, вы у меня работаете. А в-третьих, у меня нюх на хороших людей. Ну, а осенью мы собираемся сделать большую рекламную кампанию «Средства от диареи». Хотелось бы снять, знаете, что-то такое семейное. Вот, может быть, есть какие-то идеи? Странный вопрос. Конечно же, есть. Так. Но ведь есть же, Глеб Андреевич. А, конечно, конечно, есть. Ну, вот представьте, осень, парк, аттракционы. Семья, папа, мама, сын катаются на колесе обозрения. И вдруг у сынишки прихватил живот. А, ну. Пап, у меня живот болит, и кажется... Извините. Простите.
в общем, ситуация безвыходная. Колесо обозрения заклинило. Туалета, как вы понимаете, нет. Грандиозно. Сам съел? Да. Один, что ли? Да. И что, не мог никого попросить сводить тебя в туалет? Ну, неожиданно случилось. Неожиданно. Раз. Давай, 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 давай. Лариса, слушай, а есть какие-нибудь детские вещи? Рубашка, брюки? Или мужские. Очень нужно срочно, выручай. Что-то я не припоминаю такого. Ладно. Хотя, погоди. По-моему, что-то было. Так. О! От рекламного ролика осталось. Год валяется. Подойдет. О! Пока, Маш. Пока. До завтра. До завтра. Единой общепризнанной теории, объясняющей, описывающей такое понятие, как время, на данный момент не существует. Поэтому когда будет это завтра, это вообще вопрос. Только попробуй опоздать. А вы там, а не торопитесь? Маш, вы замужем? Нет. А почему вы спрашиваете? Мой сын. Можно? Да, конечно. Это бывшая жена. Они сейчас в Испании живут. Общаться с ним мне не дают. Говорят, это может его травмировать. Переживайте. Почему-то все женщины считают, что только они переживают за детей. А мужчины типа всегда думают только о работе. И ребенок для них так. Предмет интерьера. Разве не так? Ну, конечно, нет. Для любого нормального мужика ребенок — это смысл жизни. Продолжение его рода. Его луч света в темном царстве. В темном царстве работы. Ну, вроде того. Но без работы мужчине нельзя. Без нее он зачахнет. Перестанет чувствовать себя вожаком стаи. Женщина его разлюбит, и его загрызут. Или он сам себя. Ну, ладно. До завтра. До завтра. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Стояла на земле высокая-превысокая башня. И
плавали вокруг этой башни черные-причерные тучи. И были они такие черные, что даже солнце не пробивалось сквозь них. И жил в этой башне один человек. Доброе утро. Мама вернулась? Нет. А кто сделал кашу? Я сделал кашу. Давай, завтракай быстрее, собирайся в школу. Вперед. Да-да-да, я согласен, Дэн. Не-не, такую музыку нельзя. Это будет не похоже. Лопни, моя селезенка. Не салат. Доброе утро. Доброе. Доброе. Завтрак готов. Учись, Кук. Вот так нас нужно встречать каждый день. Обойдетесь, салаги. Кук, ну ведь копия, а? Фотографическая сходство. Копия. Дэн? Руку. Подожди. Послушай. Я сегодня не смогу уйти с работы пораньше. Очень много дел. Если я уйду, меня уволят. В общем, тебя встретит Кристина. Ну, пожалуйста. Я думала, ты ее выгнал. Нет, она уехала с утра встречать делегацию в аэропорт. Но сказала, что сможет тебя встретить. Если ты не против, конечно. Ладно, пускай. Если что, звони. Мой телефон у тебя. Подожди. Нет, это все не то. Может, помощь нужна? Да мы вот меню составляем, чтобы типографию отдать. А названия блюд лезут в голову, какие-то скучные. Вот, к примеру, как назвать салат с курицей? Цып-цып? Да ерунда какая-то. Вы же пираты.
Вас все должны бояться. Значит, и салат должен называться «Трусливый цыпленок», например. Отличная идея. А овощной салат? Толстая корова. Почему толстая? Ну, в этом салате одна зелень. Корова быстро растолстеет. А рыбный тогда как? Выпей море? А мясной салат тогда? Хромая антилопа. Почему хромая? Ну, она не убежала, это охотник. Записывай. Не мешай. Трусливый цыпленок. Ага. Алло? Мам. Привет, сынок. Я уже думала, ты никогда не позвонишь. Ты можешь сейчас забрать меня из школы? Я? А папа где? Папины идеи для большой семьи в нашем магазине ты осуществишь. Стоп, плохо. И последнее, тянуть надо. Это раз. Оптимистичнее, вы же любящие матери. Понятно? Еще раз. И... Папины идеи для большой семьи в нашем магазине ты осуществишь. Стоп, стоп, стоп. Так, еще раз. И в два раза короче. Филипп. Да? Можно тебя на минуточку? Ага. Понимаешь, в чем дело, Филипп? Они у тебя не любящие матери. Это какие-то злые мачехи получаются. Понял. Извините, пожалуйста, Глеб Андреевич, у тебя там телефон разрывается. Хорошо. Паш, проконтролируй тут все. Дублями берите. Ага. Дублями! Еще раз. И... Папины идеи для большой семьи в нашем магазине ты осуществишь. Стоп! Плохо. Еще раз. Привет, а ты чего звонишь? Меня никто не забрал. Подожди, а Кристина тебя не забрала, что ли? Нет, но ты не волнуйся, я уже маме позвоню. Что? Она меня сейчас заберет. Аккуратнее. Ну, возьми же твою руку. Оставайся, пожалуйста, на месте и жди меня около школы. Я скоро буду, хорошо? А потом вместе куда-нибудь сходим? Ты, я и мама? Нет, Степа, у папы очень много работы. Но вечером я обязательно сам с тобой куда-нибудь схожу. Ладно? Вечером ты забудешь. А мама никогда ничего не забывает. Степа. Возьми трубку. Вообще мы планируем продолжить балюстраду. Давыдов! Давыдов! Извините, господа, сейчас, секундочку. Здрасте, Георгий Максимович. Здрасте, здрасте. Ты куда намылился? У нас заседание через 7 минут. У тебя доклад. Специально коллеги приехали послушать тебя. Мне нужно сына забрать. Срочно, я успею. Опять 25, да? Опять сына. Ты мне в прошлый раз что обещал? Ты мне сказал, что все свои личные проблемы, домашние, ты решил? Да, я думал, что решил, но в следующий раз я... А вот следующего раза, мой дорогой, не будет. Если ты сейчас уйдешь, я тебя уволю. Коллеги, будьте любезны, за мной, пожалуйста. Ну, значит...
следующего раза не будет. Если ты сейчас уйдешь, я тебя уволю. А ей какой-то Глеб уже третий раз названивает. Может быть, что-то срочное? Слушаю. Алло, это кто, простите? Это Дэн, друг Маши. Она ушла и телефон забыла. Ей что-то передать? Передай Маше, друг Дэн, что если она не вернет мне сына и по-прежнему будет лезть в мою личную жизнь, то условным сроком она не отделается, ясно? Пропусти ты! Твою мать! Ты куда подъехал? Сдай назад! Ты голодный? Я тебе бутерброд принесла. Так. Пиратский. Вчера брал меня на работу. Да, здорово. И я отравился. Что? Как ты себя чувствуешь? У тебя животик болит? Вы у врача были? Нет, все прошло. А почему твои джинсы? Где твои брюки? Сынок, а носки почему разные? Брюки испачкались, носки другие не нашел. А еще мы забыли форму на физру. Мне поставили двойку. Понятно. Так, а английский? А музыкалка, вы ходите? Нет, папа все время работает. Так, сынок, я теперь тоже работаю. Хочешь со мной на работу пойти? Я тебя познакомлю с настоящим пиратом. Да, ура! Познакомься, это Лучик. Мой сын. Вы настоящий пират?
Ну, конечно. Капитан Дэн, прошу на корабль. Да мы все здесь настоящие. Я Цезарь, боцман. Соня, матрос. Кук, я кок. Кто? По-вашему, салаги, повар. Ты есть хочешь? Ага. Клешни. Хочу. Пошли. Лев, а что ты здесь делаешь? Мы вроде договаривались, что я Степу заберу. Какого черта? Почему ты трубку не берешь? Ну, я уснула. Маша забрала Лучика и увезла в неизвестном направлении. Что? Ты хочешь сказать, что? Что я его похитила. Я думаю, что именно так он решит. Маш, позвони Глебу. Скажи, что с ребенком все в порядке, что вы здесь. Ну, хочешь, я позвоню? Нет, нет. Я очень давно не видела сына. А он приедет и сразу его заберет. Мама! Спасибо. Тогда нужно срочно что-то решать, пока в дело не вмешалась полиция. Сколько тебе грозит? От 5 до 12. Статья серьезная. Учитывая, что Лаврова повторно, как вы утверждаете, похитила вашего ребенка. Здорово. Подтверждаю. И вы опять хотите посадить Лаврову за решетку? Я хочу найти своего сына, вы понимаете? Понимаю. Ну что же, присаживайтесь. Пишите заявление. Смотрю, вы на все готовы ради своего ребенка. Как и любой нормальный отец. Как вы думаете, Глеб Андреевич, Лучик скажет вам спасибо, когда вырастет за такую заботу? Написал. Ты молодец. Ты все правильно сделал. Если его посадят, будет лучше всем. И тебе, и мне, и Степе. Слабак. Это Дэн, друг Маши. Она ушла и телефон забыла. Ей что-то передать? Ты все правильно сделал. Так будет лучше и тебе, и мне, и Степе. От 5 до 12. Статья серьезная, учитывая, что Лаврова повторно похитила вашего ребенка. Вечером ты забудешь, а мама никогда ничего не забывает. А ребенок, когда вырастет, скажет спасибо вам за такую заботу? Слабак. Так. И мне. А когда папа приедет к нам? Не вертись, смотри на меня. Маш,
Я, конечно, понимаю твое состояние. Но находясь в тюрьме, ты не поможешь ни себе, ни ребенку. Я понимаю. Но я не могу без сына. А Глеб? Привет, мам. Извини, что долго не заглядывал к тебе. Лучик вырос. Все больше похож на тебя. Мам, мы... Мы расстались с Машей и... Лучик скучает по ней, я это вижу, знаю. Я тебе не рассказывал, Маша, она... Она ведь не родная его мать. В общем, для тебя это был бы простой вопрос. Я не знаю, что мне делать, мам. Помоги мне. Смотреть горизонт. Впереди могут быть опасные рифы. Слушаюсь, капитан. Ну как, чисто? Да, вроде бы. Папа? Извини, задержался. Собирайся, пора домой. Пап, можно мы еще с мамой поиграем? Нет. Ну, пожалуйста. У папы очень много дел. Иди с папой, тебе еще уроки на завтра надо делать. Руку. А мама здесь работает. И я принят в пираты. Здорово. Мам, а ты возьмешь папу в пираты? Приходите завтра. У нас открытие. Приходите с Лучиком. У папы очень много работы, он не сможет. У папы больше нет работы. Его уволили. А где его брюки? Испачкались, нашел только джинсы. Запасные в шкафу на третьей полке. Больше не корми его этой гадостью из забегаловки, ладно? Да, ладно, ну пронесло, с кем не бывает. А если бы у него было обезвоживание? Весь офис ест и ни одного обезвоживания. Тоже мне придумал. Взялся воспитывать, а элементарных вещей про ребенка не знаешь. А еще вы пропустили английский, музыкалку и лепку. Проверяй у него хотя бы уроки. Да что там проверять? 2×2 = 4, да? Справится. Ну все, пошли. Нам пора. Подожди. Пойдемся. Thank you.
Я знаю, что для сына ты хочешь самого лучшего. Я не знаю, что для него лучше. Степа твой. Наш сын. Она хочет забрать его себе. Так, может, так правильней? Она все-таки его родила, вырастила. Пока я работала, ты была в Англии. Ты что, готов сдаться? Или ты забыл, что она родила его за деньги, врала тебе, изменяла? Ты не помнишь этого? И что ты предлагаешь? Степе нужна смена обстановки. Какие-то новые яркие впечатления. Угу. Надо сделать так, чтобы ничего не напоминало ему о прежней жизни. Он быстро забудет о Маше. У ребенка очень гибкая психика сейчас. Хрупкая. Глеб, единственный выход сейчас – это наш переезд в Англию. Ты помнишь этот анекдот про хозяина, который из любви к своей собаке и хвост по частям отрезал? Так вот, ты этим занимаешься сейчас. Отрежь сразу. Как скоро ты думаешь найти новую работу? Я не знаю. Кислород тебе перекрыли, да? Да. Ты понимаешь, что скоро ты не сможешь содержать ни дом, ни ребенка? Ну, возможно, скоро так оно и будет. Любимый, у Степа в Англии есть дед, который только и мечтает о наследнике мужского пола. Как только мы ему предъявим сына, о любых проблемах можно забыть. Ах, вот в чем дело. А я думаю, чего ты так быстро вернулась, а? Оказывается, папаша забыл упомянуть тебя в завещании. Ну так давай, роди ему сама. Глеб, я больше никогда не смогу иметь детей. Послушай, я предлагаю реальный выход из ситуации. Отец получает наследника, мы шикарную жизнь, и ребенок светлое будущее. Ты не этого хотел? Вот как здорово ты все рассчитала. Ну, кто-то же должен был это сделать. Послушай, Глеб, давай так, завтра ты собираешь сына, а все остальное я организую. Ладно. Хорошо. Хороший у тебя парень. Угу. И на тебя похож. Как справляешься? Так. С работы ушел. Да, что так? Тебя предложили либо семейная жизнь, либо работа. Понятно. Турнули, значит. Угу. Ну и что собираешься теперь делать? Уеду, начну новую жизнь. Куда? В деревню? Нет. В Англии. Пришел вот с тобой попрощаться. Уезжаешь, значит? Угу. А что, у тебя там богатый дядя, который собирается Богу душу отдать? Почти. У Кристи папаша хочет наследство на внука переписать, денег куры не клюют. Заживем. Устроим Лучика в нормальную школу. Нет, ну, желание иметь наследника я понимаю. Перед глазами есть живой пример. Да, Степку они у тебя заберут, воспитают как принца. Ну, а ты на кой им нужен? Будешь комнатной собачкой при королеве матери? Ну, считай, что уезжаешь продавать сына. Чего? Пап,
когда мы уже к маме поедем? Никогда. Нам нужно собираться в путешествие в Англию. И мама поедет? Нет, держи. Кого он мамой называет? Машу. А Кристина кто? Ну, она вроде как генетическая. Пропасть. Вот кого Степка матерью зовет, та есть мать. Папа здесь больше не работает. Вещи соберем и пойдем. И ты сюда больше не вернешься? Нет. А как же мама снова тебя найдет? Никак. Я думаю, она меня больше не будет искать. Ты брось в нее огрызку. Чего? Температура вроде нормальная. Пойдем. Мы поедем к маме пиратам. Сколько можно задавать один и тот же вопрос? Я же тебе, по-моему, сказал нет. А если мужчина сказал нет, то это значит нет. Понятно? Понятно, я спрашиваю? Да. А если мужчина говорит да, то это значит да. Всегда. Понял? Вот туалет. Жди меня здесь. Я скоро. Глеб Андреевич, мне очень жаль. Может, мне поговорить с Георгием Максимовичем? Уверен, он все поймет и вернет вас назад. Ладно, ерунда. Я уже в Англию. Навсегда. Кого-то уже вместо меня назначили? Да. Тебя? Простите. Да ладно. Чего уж, прости.
не продешеви, как я. Всегда держи в поле зрения выход. Ага. Да. Не надо мне рассказывать сказки. Я же отчетливо сказал, что этот слоган слишком хорош для их вонючей шоколадки. Народу нужно попроще, конечно. Степа! Степ! Степа! Вы мальчика не видели? Лучик! Лучик! Извините, вы мальчика не видели? Стёп. Стёпа, сынок. Стёпа. Слушай, Давыдов, ты с ума сошел со своим сыном совсем, честное слово. Что ты мешаешь? Что ты долбишь сюда? Собрал свои манатки, вали отсюда. Не мешай работать нормально. Пошел ты. Я пойду сейчас. Степа! Аж два раза! Глеб Андреевич, да. Сына потерял. Да. Так он к маме побежал. К кому? Я у него спросила, куда. Он говорит, я к маме. Лучик! Лучик! Извините, вы мальчика не видели? Нет, не видел. Лучик! Лучик! Лучик. Странное имя. Нормальное имя. Что вы возитесь? Я же сказал, минут пять назад ушел. Может, вы отмотали сильно? Не шумите. Если ушел, увидим. Вот он. Стоп! Вот это она. Кто? Мать его, неважно. С той стороны есть камера? Нет. Спасибо. Отбой. Алло, да. Алло. Ну что, собрались? У нас Лучика украли. В смысле? Кто, когда, Глеб? Ну, похоже, что Маша, пока я вещи складывал. Глеб, ты помнишь наш вчерашний разговор? Привет. Как сходило? Нормально. Иди переодевайся, Соня уже зашивается. Да-да-да. Нет, народ пока не очень. О, Маш, я твоему сыну пирожков пиратских испек с яблоками. Он любит яблоки? Очень любит. Mm-hmm. Вкусно пахнет. Прям как папа. Спасибо. Скоро грянет буря. Кук, ну как?
Готово? Народ требует. Пару минут, капитан. Давай. Аппарат абонента выключен или находится в действии сети. Маш, сын-то придет? Ну, позвони ему. Скажи, что команда подняла бунт. Корабль без лучика на море не пойдет. Да что ж ты творишь-то, чокнутый? А где мой телефон? Да вроде у раковины положила. Маш, там тебя спрашивают. Еще раз спрашиваю, где вы прячете ребенка? Лаврова тебя посадят. Я не знаю, где он. Господин следователь, я уверен, что Лаврова врет. Да, помолчите. Минуточку. Что? У меня здесь справочки. Ознакомьтесь, пожалуйста. Это счета гражданки Лавровой за последние годы и переводы. Получатель Германия, Израиль, Китай. Скажите, Мария Евгеньевна, вам знакомы эти документы? Откуда они у вас? Прятать надо лучше. Мария Евгеньевна, а куда вы отправляли такие крупные суммы? Только не надо мне рассказывать опять про долги вашего отца. Вы знаете, вот еще архивная справка. 9 лет назад гражданка Лаврова поступила на работу няней в семью Роговых. Где по халатности Лавровой М.Е. ребенок 7 лет получил множественные травмы и стал инвалидом. Это правда? Да. Просто играли в прятки. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать. Кто не спрятался, я не виновата. Ребенок получил очень тяжелые травмы. И поставить его на ноги могли только за границей. Естественно, в семье, в которой я работала, не было таких денег. И вас обвинили. Я сама себя виню. Я не досмотрела за ним. Поэтому я решила родить за деньги. Чтобы спасти одного ребенка, вы решили пожертвовать своим. Да. Да. Я не видела другого выхода найти эти деньги. Тут вам подвернулся Глеб. Я сам ее нашел. Тот мальчик, он полностью поправился. Фу. Да. Так, мы проверим ваши показания, пока я оформляю протокол о задержании вас на 48 часов. По подозрению похитить... Что значит о задержании? Я же ни в чем не виновата. Лаврова. Слышите, я не виновата ни в чем. Подождите, где,
Где мой ребенок вообще? Вы ищете его? Ищем. Вы ищете моего ребенка? Ищем. Где мой ребенок? Успокойся, пожалуйста, успокойся. Глеб, ты что, и веришь? Заткнись. Товарищ майор, мне нельзя в тюрьму. Слышите меня? Мне нельзя садиться в тюрьму. Маша! Маша, стой! Маша! Стоять! Извини, извини, не сейчас! Маша! Догоняй! Подожди, стой! Стой! Она меня! Что ты делала около моей работы, а? Камера засекли. Как лучик пошел за тобой. Куда ты делала моего сына? А я даже не знаю, где ты работаешь. За кем тогда пошел лучик? Я не знаю. Обознался, наверное. Да я... Неужели ты думаешь, что если бы он бежал за мной, я ушла бы, что ли? Хорошо. Тогда куда ты уходила из кафе днем? Знаю вас про аборт. Что? Про аборт. Тихо. 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 Ты что? Какой аборт? Ты беременна? Да. Черт. От кого? От Игоря или от этого своего пирата? Дурак, ты, Давыдов, и не лечишься. От тебя. Подожди, как же Игорь? Вы там на фотографии такие веселые. Это Лучик нас фотографировал на свой телефон. Мы там втроем на фотографии, посмотри. Вот, видишь, мы втроем на фотографии. Пока ты работал, как пробки, ты Маша изменял тебя с твоим водителем. Прикрываясь ребенком, выкачивай из себя деньги. Очень удобно. Маша! Стой! Подожди, Маша, стой! Ну куда ты? Я иду искать моего ребенка. Твоего? Маша, это мой сын! Какая разница? Скажи мне, где ты его потерял? Я нигде его не терял. Я же тебе говорил, он сам. На работе. Где твоя работа? Там, 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 куда мне идти? Ты правда не знаешь, где я работаю? Ты что за мной увязался? Ну, если ты мне не веришь, ну давай тогда вали отсюда! Я сама найду ребенка! Давай, катись! Или хочешь? Вот, давай сдай мне полиции! Давай, пускай мне посадят лет на 15, будешь свободен! Ты же этого хочешь? Давай! Будешь совершенно свободен! Тихо! Тихо, стой здесь! Вспоминай, о чем вы говорили с Лучком перед тем, как он пропал? Я не помню, про огрызок какой-то говорили, который нужно было в тебя кинуть. Бред какой-то. Это не бред. Отпусти. Да стой ты! Подожди! Подожди ты! Подожди ты! Лучик однажды спросил, как он появился на свет. Ну? Я сочинила сказку. Какую сказку? Какую сказку? Какую сказку? Ну ты же... Ты же хвастался, что работаешь где-то на высокой башне. Но? Все обещался его туда сводить, вот только, как всегда, забыл. Я не забыл. Ты же знаешь, я не мог, у меня были дела. Знаю. Знаю, с кем, даже знаю, где. Стой! Да стой ты, подожди! Да стой ты! Подожди, подожди, все, все, подожди! Все, все, все. Куда ты собралась? Моя работа в другой стороне.
Вон моя работа. Давным-давно стояла на земле высокая-превысокая башня. И вокруг нее плавали черные-причерные тучи. Жаль, мне залезть в твою голову нельзя. Произнесу в полголосу, хотя не пробуй меня держать здесь. Непонятно предельно, нам не выжить отдельно друг от друга. И это взрывает мозг круче, чем парадокс Эйнштейна. А миру или делить тебя с кем-то? Ты знаешь, это смертельно. И есть шанс, но последний. Или нас раскинет по берегам, как разводят литейный. Мы маемся в суете, маемся, маемся снова и снова. Поколение истерика, поколение соло. Мы терзаем друг друга, будто нет ничего святого. Солнце сурово заглянет в наш беспокойный дом в половину восьмого. Но не лето, не лето, если мы решим поиграть в знакомых. Без тебя этот летний сезон для меня ледниковый. Терпеть все, что велит мне этот быстрый город. Забитый в пробках, забытый Богом. Я вижу, как собрано в тебе все, что навсегда меня сильней. Я вижу все собрано в тебе. Я вижу, как собрано в тебе все, что навсегда меня сильней. Я вижу все собрано. Высокой башней плавали над ней черные, причерные тучи, были они такие черные, что даже солнце не пробивалось сквозь них. И жил в этой башне один человек. Стоял на земле высокой, при высокой башне, плавали над ней черные, причерные тучи. Я все обыскал. Были, нет его нигде. Даже солнце не пробивалось сквозь них. Исследователь сказал, полиция все здесь осмотрела. Он как сквозь землю провалился. Он тогда не выходил из этой башни, потому что у него было очень много работы. Надо что-то делать, Маша. Может, объявление дать на радио, на телевидении? Яблоко не бросало меня прямо вниз. Я однажды мимо этой башни шла девушка, и огрызок попал прямо на нее. И она подумала, заберусь-ка я на эту башню и посмотрю, кто там сидит наверху и плюет. Ты что, с ума сошла? Кто Маша, сидит наверху? У нас сын пропал, а ты здесь сказки рассказываешь? Эту башню. Влезла на эту башню, она ровно 9 месяцев. А как только залезла, увидела, что там темно, как в колодце. И влезла на эту башню. Темно, нет, мы здесь пойдем. Пойдем, Маша. Я не пришла. Пойду. Пойдем, Маш. Я Маша. Не пойду. Пойдем. Пожалуйста, пойдем. Я не знаю, упал с дерева. Маша. Башни проходила девушка, и огрызок упал прямо на нее. Девушка подняла голову и посмотрела наверх. А заберусь-ка я на эту башню, решила девушка, и посмотрю, кто это там сидит и плюется. И вот забиралась девушка на эту башню целых 9 месяцев. И когда вылезла на самый верх, оказалось, что там темно, как в колодце. «Эй!» – сказала девушка. «Кто тут сидит наверху и плюется в честных людей с башни? Выходи!»
Не выйду, сказал человек. Мне работать надо. Тогда девушка сказала, где тут у тебя швабра? Схватила швабру и давай на нее черные-причерные тучи наматывать. И вдруг стало светлее. Человек отложил свою работу и посмотрел на девушку. «Кто ты?» – спросил он. «Я мама. А ты кто?» «Я папа». И вдруг первый лучик солнца коснулся их. И это был я. Лучик! Мама! Папа! Сынок! Сынок! Сынок, ты как не заказался, а? Я думал, что ты меня бросил. Нет, нет. Мама! Малыш, ты потерялся? Папа, искали тебя всю ночь и нашли. Потому что я бросила грызок? Смотрите, лучик! Стоять! Отставить! Бежим.